Всем привет! Сегодня я вам покажу, как отмечали Масленицу в парке 40-летия в ЛКСМ. Рядом у сцены проходили спортивные состязания, в которых участвовали дети и взрослые. Повстречали, как невестушку мы величали, ты из летней соломы сухой, красные щечки да брови тугой. Для жителей была подготовлена игровая и концертная программа. Ребята подготовили масленичные и шуточные песни, а также танцевальные номера. Моя сестра тоже приняла участие, и у нее был дебют. А также Арину поддерживали морально друзья. Один человек у нас лишний, то есть я. Дальше все стоят у нас парами. Сейчас, как начнется музыка, я пробегаю по этому коридорчику, и любого из вас выдергивают и пробегают до конца, и встаю туда парочкой. У кого не осталось пар, то есть кто остался один здесь, должен вернуться сюда, он как водящий. И уже этот человек опять бежит и любого выдергивает, кого хочет, и опять ставит в конец. Кто опять остался без пары, возвращается сюда и встает в начало. Заиграли гармошки во вторник.